Сегодняшняя выставка «Мы из СССР» организована Николаем Полюшенко. Авторы данных работ являются не только профессиональными мастерами своего дела, но и свидетелями жизни 60-х годов. В своих работах они изобразили бытовую жизнь советского народа, индустриальные пейзажи, а также строительство новых заводов и фабрик. Наверное, вот СССР – это вот та самая важная, что у нас было в нашей жизни, эволюционный момент, который действительно, мне кажется, это было все не зря. И сейчас вот такая ностальгия у всех, и у молодежи, и у старшего поколения. И здесь получилось, в следующем году будет юбилей, круглая дата образования СССР. И еще плюс, наверное, виновники, два коллекционера. Герасименко Владимир Александрович и Войнова Нина Витальевна. Это вот такие хранители той памяти, истории. Для того, чтобы ваша коллекция, нынешняя коллекция была такой полной, вот Управление культуры нашли песни нашей Родины. Вот мы гадаем, судя по содержанию и названию песен, какой это период времени. Скорее всего, это, если не конец 50-х, максимум это начало 60-х. Как раз это время нашего СССР. Да. Поэтому позвольте спасибо вам огромное. Вручить. Если спасибо у вас огромное. Есть проигрыватель, а мы купим обязательно. То если обязательно. Нет, мы купим. Нет, мы обязательно купим проигрыватель. Будете слушать, и вот те, кто будет посещать выставку, ну, будут так сказать. Ну, это послушают той уникальной коллекции. Конечно. Это начало той уникальной коллекции, которую мы надеемся поддерживать и в будущем.